Здравствуйте! Выходим на старт дистанции. Самые интересные спортивные события недели в нашем традиционном обзоре. Смотрите в программе. Рекордная победная серия «Северстали» в чемпионате КХЛ прервалась. У нас некоторые наоборот КХЛ хотят. Северенко продолжает удерживать первое место в чемпионате высшей лиги А. Хороший шанс проявить себя. Большой лыжный марафон прошел под Вологдой. Едем потихонечку, нормально. Нравится? Хорошо, отлично. Череповецкая хоккеистка – победительница турнира в США. Лыжный марафон прошел в центре спорта под Вологдой. Участие в нем приняли 400 лыжников из 23 регионов России. Марафон Russia Open проходит на Вологодчине уже во второй раз. Организаторами подготовлено два вида дистанции. 50 километров у мужчин и 25 километров у девушек. Протяженность одного круга 12,5 километров. Его можно разделить на две части. Это подъемы и крутые спуски, а вторая часть – равнина. Готовить трассу на Камёле пришлось в непростых условиях. Незадолго до старта прошел сильный снегопад. Также похолодало, при этом утрамбовать снег нужно так, чтобы он выдержал лыжников, которые пройдут несколько кругов. В этом году несколько уникальные условия. Сегодня ночью уже пришлось пригнать ротрак и доготавливать трассу определенные участки ротраком. Поскольку в этом году не было оттепелей, и это внесло свои коррективы, что нет твердой основы. Есть плотно слежавшийся снег, и когда, конечно, проедут 1000 человек по трассе, то трасса будет разместена. В этом году марафон на Камёле объединил спортсменов не только из России, но и других стран. На старт вышли лыжники из Беларуси. Наравне с опытными участниками на дистанцию отправляются и дебютанты. Долгое время к этому шел, и сегодня я решил попробовать свои силы. Сейчас у меня в голове одно – позитивно проехать эту дистанцию. Это первый полумарафон? Да, это у меня первый полумарафон. Поэтому я готов. В общем-то, и буду показывать максимальные результаты, какие я могу показать. Под стуки барабана и крики групп поддержки участники марафона преодолевают дистанцию. А болельщики в потоке спортсменов выискивают своих родных и уже сами строят планы на следующий сезон. Да, мы хотим на следующий год. Да? Да, мы поедем. И я побегу на следующий год. В команде мы поедем на 12,5, мы рискнем. Уже тренируетесь? Да, занимаемся этим. Стартует муж, брат родной. И вообще, да, но такие соревнования очень приятно приезжать, потому что все равно это как праздник такой, вот, потому что я, да, очень много бегала и на этапах Кубка мира, на Олимпийских играх, и для меня даже это очень важно. Обязательно. На каждом марафоне есть волонтеры, которые предлагают горячие напитки. Здесь это тоник и морс. Также есть возможность перекусить. Это сухофрукты, бананы, лимоны и соленые огурцы. Все это помогает восполнить энергетический запас спортсменов, чтобы те успешно прошли дистанцию. Таких пунктов питания на трассе 2, но многие спортсмены зачастую запасаются энергетиками еще до старта. Один из атрибутов экипировки участников – пояс с гелями. Едем потихонечку, нормально. Нравится? Хорошо, отлично. По итогам 50-километровой гонки у мужчин призовые места заняли спортсмены из Ярославской области. У женщин на 25 километрах также представитель Ярославии. А вот вологодские лыжники не знали равных на полумарафоне. Но памятные медали на финише получили все участники состязаний, независимо от результата. Волейболистки-северянки провели последние домашние матчи на первом этапе чемпионата России в высшей лиге. Череповчанки уверенно обыграли «Олимп» из Куйбышева и продолжают лидировать в турнирной таблице. Перед началом матча состоялась приятная церемония. Главному тренеру «Олимпа» Павлу Забуслаеву была вручена награда в номинации «Тренер года» Череповецкого комитета по физкультуре и спорту за победу в прошлом сезоне с «Северянкой 3» в чемпионате первой лиги. Я соскучился по Череповцу. Мы последний раз были с женой. Летом здесь, ну вот, и, конечно, Череповец все-таки стал уже таким вторым домом, поэтому соскучился, конечно, и так приятно снова приехать. Много вот уже друзей, кто хотел со мной поговорить, то есть вчера много общались, сегодня. И подопечные Павла Юрьевича начали игру с хорошим настроением, навязав борьбу лидеру. Тренерскому штабу «Северянки» даже пришлось прибегнуть к заменам уже после нескольких розыгрышей. В игру вошли Ольга Ефимова и связующая Анастасия Салина. Это возымело эффект, инициатива перешла к череповчанкам, и они уверенно довели матч до победы 3-0. Нина Шевелева при этом успела набрать 22 очка, в том числе сделать 6 эйсов в третьем сете.
Второй матч «Северянка» начала фактически новой шестеркой. От победного состава были только два игрока. Впрочем, превосходство «Северянок» было снова подавляющим. Итог матча 3-0. «Северянка» сохранила первое место. Мы всегда готовимся, абсолютно все игроки, что состав, что замена. Сейчас такие, да, у нас остались туры, вот «Олимп» и «Волгодонск», когда есть возможность поиграть всем. И я думаю, это хороший шанс проявить себя, показать свою игру. И я думаю, мы справились сегодня. Настраивались на «Олимп», да, домашний тур, скажем так, потом тур на выезде, и там игру уже за плей-офф, в плей-офф. Вот. Естественно, колоссальный был настрой, девочки большие молодцы, справились где-то с этим, и вот именно настроем показали неплохой волейбол, где-то меньше ошибались, да, и, в принципе, меньше делали ошибок своих, опять же, отмечу очень неплохую подачу. «Северянка» завершит предварительный этап чемпионата в Волгодонске матчами с импульсом в ближайшие выходные. Плей-офф стартует только 2 марта. «Северянка-2» провела очередные матчи чемпионата России в высшей лиге «Б» на своей площадке. Соперник «Италмас» и «ЖГТУ» из Ижевска дал настоящее сражение. В первой встрече гости выиграли две первых партии. Однако далее череповчанки сыграли максимально концентрированно и в конечном итоге взяли верх 3-2, выиграв решающий сет 15-12. А вот в повторной игре «Северянка-2» впервые в этом сезоне потерпела поражение на своей площадке в рамках чемпионата высшей лиги «Б». Вновь был максимально напряженный поединок. Молодые «Северянки» вели по ходу встречи 2-1, но дело дошло до пятой партии, в которой лучше на этот раз сыграли гости. 12-15 и 2-3 итог матча. Череповчанки выпустили на первое место в турнирной таблице самарскую «Искру Омонт-2». Баскетбольная команда «Вологда Чевоката» продолжает свое выступление в чемпионате России. Очередные матчи волокжанки провели на своей площадке. Сыктывкарская «Ника» – крайне неудобный соперник для «Чевокаты». В первом круге регулярного чемпионата команды обменялись победами. Это были тяжелые игры для коллектива из Вологды. Одно из противостояний даже завершилось овертаймом. 2-1, поехали! Вперед, не просто для хозяек началась и домашняя встреча. Ника за первую минуту совершила рывок в 6 очков. Правда, все же к середине четверти чевокатки выровняли игру, но на перерыв лидерами ушли гости. 21-16. Во второй четверти волокжанки перевернули ход игры и уже диктовали свои условия соперницам. Несколько успешных атак позволили пчелам выйти вперед, а затем оторваться от гостей на 6 очков. 38-32 перед большим перерывом. Команда просто очень классная в плане тактики, в плане стратегии игры. Они разобрали нас, наши комбинации. Например, там при одной комбинации они менялись. Просто нас реально сегодня разобрали. И сегодня сыграла как бы огромную роль. Это наша самоотдача, желание победить. Сказать об отсутствии желания у «Чевокаты» вряд ли возможно. Пчелы хотели победить, но соперник после перерыва заиграл иначе. У «желто-синих» не заладилось в атаке, а вот у «Ники» наоборот. В результате гости из республики Коми отыграли отставание. Перед заключительной четвертью вели 2 очка. В завершающей четверти команду Владимира Крашенина было не узнать. У хозяек паркета не ладилась игра ни в обороне, ни в нападении. А соперник в это время продолжал набирать очки. Разница в счете увеличилась до 9 баллов. Не помогли и тайм-ауты, которые брал главный тренер «желто-синих». В результате, чтобы хоть как-то отыграть отставание, чевокатки судорожно начали бросать из-за трехочковой линии, но мяч в кольцо не шел. За 10 минут встречи хозяйки смогли набрать лишь 5 очков. Итог матча 59-71 в пользу «Ники». Паш, не знаю даже, что сказать. Вот четвертая четверть, это просто вот взяли, вот по голове настучали, а мы еще и подставили ее. Не знаю, вот просто провал. Юная череповецкая хоккеистка заявила о себе на международной арене. В составе лучших российских игроков своего возраста Валерия Позднякова стала победительницей престижного турнира в США. 12-летняя череповчанка Валерия Позднякова сейчас выступает за подмосковную команду «Атланты». Своей игрой она заслужила приглашение фактически в сборную России, которая впервые в истории приняла участие в престижнейшем турнире «Миссис Хоккис Инвайт», который прошел в Тампе. И с первой попытки россиянки сразу завоевали главный приз в споре с лучшими командами девочек из Канады и США. Россиянки уверенно прошли весь турнир, одержав победы во всех матчах. В финале они разгромили команду США со счетом
счетом 6-1. И главный кубок увезли с собой в Россию. «Алмаз» в очередных матчах чемпионата МХЛ встречался в Москве с Красной Армией. В этой команде сейчас играют два недавних лидера «Алмаза» – Леонид Климов и Айрат Замалиев, что стало дополнительной интригой. В первой игре первую шайбу зрители увидели только на исходе стартового периода. За 3 минуты до перерыва Максим Соркин реализовал первое же численное преимущество Красной Армии. В большинстве смог отличиться и «Алмаз». На экваторе матча удачно в атаке своей команды сыграл защитник Глеб Марулев, буквально расстрелявший вратаря хозяев. А 4 минуты спустя быстрая контратака в исполнении Максима Казакова и Артура Егорова привела к точному пасу последнему, и форвард не промахнулся по пустым воротам. 1-2. И, как выяснилось, это был победный гол. В оставшееся время заброшенных шайб зрители не увидели. 2-1. Победа «Алмаза». В повторном матче счет был открыт на 15-й минуте. И влетела шайба в ворота хозяев. Алексей Капустин завершил атаку гостей. А в самом начале второго периода Михаил Калашников был точен на добивании и увеличил преимущество «Алмаза». И тут уже проснулись армейцы. Спустя лишь 45 секунд после гола череповчан Егор Корбит сократил преимущество благодаря отличным индивидуальным действиям. Когда до конца игры оставалось 10 минут, Егор Филин сравнял цифры на табло 2-2. С таким счетом и закончилось основное время. В самом начале овертайма армейцы смогли забить, но арбитры после просмотра момента взятие ворот отменили, была помеха вратарю. Заброшенных шайб больше не было, зрителям предстояла серия буллитов, и в ней удачнее оказались хозяева. Решающий бросок на счету Егора Корбита. 3-2, реванш Красной Армии состоялся. Победная серия «Северстали» в чемпионате КХЛ прервалась. После 7 побед подряд череповчане в Москве в игре против «Спартака» потерпели поражение. «Северсталь» в очередном матче чемпионата КХЛ в Москве встречалась с «Динамо». Впервые в воротах череповчан появился голкипер Сергей Коробов. Для него матч стал дебютным в КХЛ. На 37-й минуте Коробов пропустил свою первую шайбу. Москвичи реализовали численное большинство после мощного дальнего броска защитника. Череповчану хватило 40 секунд, чтобы снова уравнять положение. Ответный гол забил Богдан Якимов. В третьем периоде счет не изменился, хотя моменты для взятия ворот были у обеих команд. В овертайме победу «Северстали» принес Джеффри Кинрейд, который очень хладнокровно сыграл при подключении к атаке и отправил шайбу в верхний угол ворот. 2-1, 7-я к ряду, победа «Северстали». Это новый клубный рекорд в КХЛ. Впервые за 4 очные встречи 2 динамовских лидера, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, не набрали очков за результативность. Это, наверное, у нас один из самых худших матчей. Да. Потому что движения не было, не было, в принципе, нашего первого звена не было. Да. Они еще не отошли, видимо, после матча «Звезд». И этот гол последний пропустили еще в овертайме. Провели очень хороший первый период, переиграли в движении, к сожалению, не забили. Второй, третий, я считаю, на равных игра была. Немножко концовку смазали, но выстояли. В овертайме забили победный гол. Ребят, с победой. У нас лучший игрок матча сегодня наш вратарь. Ну, всем спасибо, что мы могли выйти в игру. Всех с победой. Готовимся дальше. Впереди еще привет. Очередным соперником «Северстали» в Москве был «Спартак». Игра началась крайне неудачно для гостей. В середине периода краснобелые забросили 2 шайбы с интервалом в 2 минуты. Как результат, голкипер Сергей Коробов был вынужден отправиться на скамейку запасных. А место в воротах череповецкого клуба занял Алексей Артамкин. И уже спустя минуту капитан «Северстали» Юрий Трубачев отыграл 1 гол. Вскоре в быстрой атаке свой первый гол в КХЛ забил и молодой нападающий Герман Грачев. Ну, у нас не только Грачев, у нас там еще есть ребята, которые на подходе, которые, я думаю, ну не думаю, а сыграют еще в этом сезоне. Там молодые ребята, мы им даем шанс. Череповцы очень хорошая школа, там «Алмаз» среди лидеров, так что не только Грачев, еще ребятки поиграют. Далее на 19-й минуте матча в численном большинстве отличился Дмитрий Марковин. Уже «Северсталь» впереди 3-2. Во втором периоде при равной игре 2 раза поразили цель москвичи. И снова с коротким интервалом между голами. Всего 31 секунда. В третьей 20 минутке счет не изменился. 3-4. Поражение череповчан. Победная серия «Северстали»
прервалась. Череповец использовал наши ошибки. И приходилось опять возвращаться в игру. Вот сегодня, мне кажется, одна из тех игр опять была, где болельщики сидели на краю своих кресел. Такая игра была качельная. Сегодня, во-первых, пятый день после этой дальневосточной поездки. Все-таки акклиматизация, может быть, из-за этого глаза не горели. Но я не скажу, ребята старались, ребята пластались, выкладывались. Обреченности, да. У нас некоторые, наоборот, за КХЛ хотят зацепиться. Это все о спорте на сегодня. Снова выйдем на дистанцию через неделю. До встречи и будьте здоровы!